Обрати внимание, голова у зайца на руке тоже крутится вместе с твоей головой. Это прикол. Смотрите, это реально круто. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Фиса, пацанчики, девчонки, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали в Майнкрафте пилпак, где можно вселяться в аниматроников. Мы вам покажем очень много штук, 60 аниматроников. Если пить, пусть приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?». Что, возможно тебя вообще убить? Эй, мы так не договаривались. Так, Боня. Следующий у нас кто идет? Бонька. Боняшкин. Довольно-таки очень классный персонаж. О, меч. Держи. Спасибо. Уйди, мочить сейчас тебя. Так, тихо, не психуй. У нас очень много аниматроников ждет впереди. Давай, мочи. Не мочи, стой. 2,5 сердечка. Получается, у них урон у всех одинаковый. Классные текстурки. Кстати, мы записываем с шейдерами. Видите, как вода отображает? Но это шейдер не тот, который мы в тот раз записывали, а другой. Тоже более прикольный. Так что держи, Ваня. Эй, ты не убиваешься? Ха-ха-ха, по башне, но... Чпонь, такой звук классный. Это Кэнди из 5 ночей с Кэндис. Так, очень прикольно смотрится. Текстурки очень проработанные. Записываем, кстати, на более высшей версии Майнкрафта. Проходит урон, я это не понимаю. Вот так вот. Так я скирую тебе. Проходит. Ладно, давай не будем убивать. Стой, ты очень мощная. Давай дальше показывать. У нас их 60 штук, надо максимально больше показать. Так. Кстати, некоторые издают звуки. Обезьяна, макака. Макакевич. Она ничего не делает. Просто ходит? Очень прикольный скин. Он просто существует. Так, давай дальше. Более интересные есть там персонажи, я знаю. Чпоник. О, уже вообще интересный персонаж. Чика. А ну-ка, звуки издает. О, кстати, анимацию ходьбы. Покажи, нашив быстро бегает. Ой, нашив, 2 раза вперед. Побежала. Так прикольно. Это реально угар. Смотрите, как походняк. А я иду на работу в пиццерию. Не, прикольно. Такой, знаешь, анимация очень глупая, но прикольно смотрится. А с шифтом медленно ходишь? Ну, так более реально уже, да? Так, давай следующего аниматроника, более прикольного. Она прям как Майкл Джексон. Ну? Это похоже. Это Сити из 5 ночей с Кэндис. О, дождь пошел. Пусть будет даже дождь, так интересно. Мягко говоря, сестра Кэнди. Либо девушка, не знаю. Воу, даже гром, вы слышите? Да, вон там молния. А мне кажется, в тех частях этого не было. А тут есть. В пустыне нет дождя, там сафари. Вообще, с шейдером очень круто смотрится. Так, давай следующего аниматроника. Чпонька. Это The Choice of Rachel. Прикольный. Кстати, он такой большой. Уго, тебя хвостяра. Собакин. А ну-ка, походи на шифт. Ой, побыстро побегай. Ты слышишь, у него звук изменённый, да? Как у аниматроника сделаны? Да. Металлический звук. Он еще так бегает, как будто правда по песку бегает. Ну да. Может, снять потом, какой аниматроник самый быстрый? Но мне кажется, они одинаково, да, бегают? Или кто-то быстрее? Да, не по-разному. Все, не мочу, утони. Терминатор всплывает, жидкий металл. Собакин, крякин. Давай следующего. Чпоньк. Воу. Кстати, текстурки ничем хуже, чем даже в Гаррис Моде. Вот согласитесь, реально круто сделано. Люди старались. Турум. Пафосный такой старичок. Это мой брат. Да, кстати. О, и можем снять рубрику «Какой аниматроник настоящий?». Блин, все, миллион идей. Все, не спойлерю. Так, ну что, побежал? А ну иди сюда. Так, давай следующего. Там есть более интересные персонажи.
Ой, воу, вот это вообще жирно, да, эндоскелетик? Ну, это да. Поновее модель. Это просто эндо вроде, да, называется он? Это эндо 2.0. Ну да, это поновее эндоскелет получается. Воу. А звуки не издает? А-а. Они не все издают, но какие-то издают. Фредди, я точно помню, тоже звуки, и Фокси. Так, давай следующий, у нас там много еще. Во. Ну, ну круто же проработано, ну. Вот это Фоксиушки. Это ну, классно. Так, давайте погоду очистим. У нас тут все заготовлено. Как он бегает. Ой, Фредька сидит. Кстати, я знаю, что еще есть моды на маску. Можно маски одевать. В головы именно. О, звуки издают. Привет, Фердюшки. Ой, куда-то я целюсь не туда. Хочешь продолжить? Вот это лицо стрёмное. Здесь есть будка. Тут есть будка Фокси. О, там скелет сходит. Так, что он еще там? Больше ничего не умеет? А-а. Так, давай следующего. О, Фредька, привет! Так смотрит, как будто на меня. А, так специально сделано, как будто на меня всегда смотрит. Прикольно, прикольно. Какой интересный, жирный такой. Эй, не дерись! Если будешь драться, я буду кусаться. Так, и чё, всё? Так, давай следующего. Плавай, Фредюшкин, давай. Утопи, утопи. Так, это кто у нас? Это у нас Фредди? Обычный Фредди. То ну был да. Голден Фредди, а это обычный. Так, он должен звуки походу издавать, надо просто подождать. Он смеяться же должен, по-моему. Не проходит урон. Что-то тормозит. Вот, он правда на пиццерию идет. Да-да-да-да-да, такой классный походяк. Ты голова когда смотришь, не анимация такая непривычная мне. Кстати, обрати внимание, даже уши шевелятся при походке, да? Ну. Так, давай следующего, кто там еще есть? Чпоньк. Фредди с Сестролокейшн. А ну-ка, обрати внимание, голова у зайца на руке тоже крутится вместе с твоей головой. Это прикол. Смотрите, это реально круто. Ну это прям, ну, чуваку респект, старался. А ну-ка, побегай. Слышишь звук робота есть? Ну да, прям. Этот такой прям круто проработанный. Лучше, чем те даже. Ну он смазанный, он новенький. Да-да-да. Андрей, иди в воду. Эй. Давай, плавай. Все. Даже не видно, вода вообще не просвечивает. Ого, психичка. Давай дальше, что у нас там есть? Воу, вот это прикол. Голден Фредди. Ну. Эй, на жопе хватит ездить, вставай. А ты что, на жопе только и умеешь ездить? Уго, у тебя с жопы дым идет. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А ну-ка еще погазуй на жопе. Нормально, гонщик нелегальный. Так, давай дальше, кто у нас там есть? Чпоньк. Вот. Да не, подожди. Прям да, вообще да. Жердяевски сделано. У него прям лампочки в глазах видно. Так, а ну побегай. Он еще на Фантом Фредди. Так прикольно бегает. Рубите ночь, рубите ночь. Ночью все увидеть, можно обосраться. Нормально. Вышел в туалет так по делам, а тут вот стоит. Ну да, то даже все так просто фигура будет. Так, кто у нас там дальше? Вот это она в развалочку. Ну вот прям вообще круто. Анимация, смотри, прям каждая рука шевелится. Анимация на высоте. Я даже не ожидал, что в Майнкрафте так реально можно круто делать моды. Так что у нас очень много серий впереди. Обзор очень много разных аниматроников и разных модов. Так, она звуки не издает? Должна. А ты можешь лево-вправо головой просто покрутить? А, она целиком крутится. Я понял. Ого. Давай дальше. А вот о, Чили Пиздриха, привет. Психичка. Ого, она крутится быстро, можно огонь разводить. Чё, она, я слышал, звуки прикольные издаёт, да?
Да, она сам по себе лезает. Ну и все. Ух ты-то она крутится. Давай дальше. Кто там будет? Жесткий кто-то? Ух ты! Кстати, я этого не видела. Это кто? Как зовут? Это Red из 5 ночей с Кэндис. Не, это кто-то новенький такой. Я такого еще не видел. 5 ночей с Кэндис 3. Вроде. Даже в Гаррис моде такого нет. Ой, это вообще, смотрите, открыто. В животе. Он да. Звуки не издает? А-а. Но они сами по себе, да, вроде издают? Рандомно. Да, да. Очень классно. Давай следующего. Ой, я слышал, какой-то был звук. Что это было? Вентилятор запустился у него. Да-да-да, что-то он издает. Ух ты! О! Вот это жердяй! Даже зубы, видите, в животе? Этот издает, да, даже. Это Фредбер. Пошел, пошел, пошел. Психопат! И головой вниз, смотри, и бежит. Как бык какой-то ненормальный. Эй, успокойся, псих. Кстати, звук ходьбы у всех разный, да? Да. Психичка, э. Вот это глаза. Дальше веселье. Давай. Ух ты. Ого. Как она бегает, ноги широко. Я не знаю, что разработчик так делал, но это прикольно. А я иду, иду работать в пиццерию. Марионетка психичка я. Опа, фух, скрылась. Ух ты, так резко выбегай, ты чё? Звуки она не издает. А чё у неё? А, это три типа когтя так сделали. Странно. Провода, провода. Ух ты. О, матрёшка. О, издает звуки. И всё? Он скрипит, когда бегает. Да-да-да-да. Он на колёсиках, по сюжету игры он на колёсиках. Can I take your order? Если думать по логике, если его пустить, то он может пустить аниматроников, либо спасти. Ты знаешь, кого напоминаешь? R2-D2, Звездные войны. Только это российская версия, матрешка. Чпаньк. Ух ты, вот это уже кабан здоровый. Нифига себе. Ты стрёмная. Да ладно себе. О, ничего себе. Даже неожиданно, что даже музыку наложили цельно. Только смотри, это черная. Это уже сгоревшая манга. Да-да-да. Старенькая. Виктор Кошак, знаешь, что заготовь сразу? Готовь потихоньку динамит, потому что мы будем испытывать скоро их. О, хорошо будет исполнено. Так, это кто у нас? Псих Плюштрап. Зубатый Чилипиздрик. Побежал, побежал. Ну-ну-ну. Прикольно. И уплыл. Давайте я возьму аниматроник, а то, знаете, мы записываем ролик. Так, следующая у нас марионетка идет. Превратиться, все легко и просто. Смотрите, я марионетка. Крутая марионетка. Виктор Кошак, давай, заготовлю бомбы. Мы сейчас по старинке все сделаем, потому что в один ролик нереально просто показать всех этих аниматроников. Мы показали половину, еще сколько штук. Ну че, Абдулла, поджигай. Отлетим подальше. Ну че, мега взрыв? И дождь пошел. Ух ты! Я что-то думал, динамиты их не уничтожат, но уничтожила всех. И я, друзья, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!